Всем добрый вечер. Мы заканчиваем сегодня сезон 7 уже «Домовины». И сегодня у нас играют Руслан, Андрей и Анвар. После этого вас ждет финальная игра. А что такое финальная игра? Ну, за первое место, грубо говоря, там осталось 3 претендента всего, которые претендуют на победу. Как такового финала нету, но так турнирно сложилось. Так, сыр внутри, внутри ответа, внутри слова будет какой-то сорт сыра. Такая матрица своеобразная. Так, все стандартные темы у нас. Давайте Руслан первый начнет. В 1847 году Якоб Кристиан Якобсен основал эту, Анвар. Вроде бы Карлсберг. Да. В оригинальном названии фильма, рассказывающего о войне за независимость в Ирландии, упоминается он. Вереск. Он, а не Вереск. Руслан. Хмель. Тоже нет. Там ветер колыхал ячмень. The wind that shakes the barley. Да, называется в оригинале. Конштадтервазен – аналог Октоберфеста, проводимый в этом городе на берегу реки Неккар. О количестве парковок, в том числе для мерседесов, нам ничего не известно. Ну, это Штутгарт. Это Штутгарт, где мерседесы делают, да. Первоначально это слово означало «гордый, отважный, крепкий», а в 1820-м было впервые использовано компанией Guinness в нынешнем значении. Анвар. Это что такое? Стаут. Стаут. В 1897 году эта голландская пивоваренная компания изобрела так называемую бюгельную или пробку свинг. Амстел, наверное. Это Грольш. Грольш, ну да, они до сих пор так же производят вроде. А да, они первые начали. Потом многие взяли на вооружение. Автомобиль, использующий для привода ведущих колес больше одного источника энергии, например, двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель. Андрей. Гибрид. Да, гибридный сыр-бри. Это и поэма Маяковского, и сборник украинского поэта Владимира Сосюры, и первое слово известного стихотворения Тютчева. Да и вообще, считай, вся поэзия вокруг этого и однокоренных слов крутится. Люблю грозу в начале мая. Мужская она входит в легкоатлетическую программу Олимпийских игр с 1912 года. Женская появилась позже, в 1928, на короткую дистанцию, а в 1972 на дистанцию в 4 раза длиннее. Андрей. Эстафета. Да. В Европе и США предпочитают использовать аббревиатуру. У нас же популярно это жаргонное название компьютерного устройства, появившегося в 1956-м, а ныне постепенно вытесняемого более быстрым аналогом. Это Винчестер. Пуля Минье, хвостовая часть которой при выстреле расширяется, сделала ненужным этот утилитарный предмет.
послуживший боеприпасом известному литературному персонажу. Это шомпол. Окей. Повесть о двух городах – не только произведение Диккенса, но и название одного из эпизодов этого сериала, действие которого в основном происходит не в двух городах, а на двух островах. Анвар. Lost. Lost. Его предшественниками можно назвать и Алжир Кейптаун, и Абиджан. Руслан. Париж-Дакар? Да. В ответе две реалии. В стихотворении «Загадки» Корнея Чуковского Кондрат шел в один город, а навстречу ему Андрей. Ленинград, Кострома. Да. Ленинград все помнят, Кострому. Могут вспомнить далеко не все. На самом деле городов с этим названием США-2 находятся они в разных штатах. Причем более крупный, про который пели в частности The Beatles и Little Richard, как ни странно, находится в Миссури. Запутался даже Дональд Трамп, поздравляя победителей Супербола. Канзас-Сити. Этот российский город Нижегородской области упоминается в списке самых загрязненных городов мира. В одноименном городе Минской области расположился Государственный архив кинофотофонодокументов. После гибели Колчака всероссийская власть должна была перейти к этому герою русской... Андрей? Ой, русско-японский, блин. Ну, Корнилов. Нет. Русско-японской и Первой мировой войн. Но 4 апреля 1920-го он передал командование генералу Врангелю и в тот же день отбыл семью в Европу. Руслан. Деникин, может? Да, Деникин. Попавший в наше время из прошлого герой фильма «Кейт и Лео» остался недоволен качеством хлеба из тостера. Анвар? Тема генерал. Все равно скажу Сандерс, это неправильно, конечно. Нет. И высказался, что ему должно быть стыдно за свою продукцию. Андрей? Генералу Моторсу. Нет. Руслан? Генералу Электрику. Совершенно верно. А. Тостер был фильм General Electric. Ну да, да. Логично. За свои мемуары в 1932-м этот генерал получил Пулитцеровскую премию. Названный танк и баллистическая, Анвар. Паттон. Нет. И баллистическая ракета. О, Господи. Руслан? Шерман. И не Шерман. Еще у нас Абрамс частенько говорят, но на самом деле это Першинг. В ейном соке, генерал, есть полезный минерал. От него из генералов ни один не помирал. Сок именно из ее коры нахваливала Баба-Яга. Речь о сказке о Федоте Стрельце. Съешь осиновой коры, она говорила, и взбодришь коры. Документальный фильм, посвященный столетию со дня рождения главного конструктора советской космонавтики, назван так.
Еще так можно назвать, например, Гривуса, Хакса или Максимилиана Вирса. В ответе три слова. Это генерал Звездных войн. На гербе Полевского городского округа Свердловской области изображена ящерица на фоне зеленого цветка, что является отсылкой к этой сказке, попадающей в план. Каменный цветок? Это каменный цветок. Это не только любимое лакомство ослика Иа, но и символ Шотландии. Андрей? Чертополох. Да. В 2019 году на экраны вышел снятый Джакомо Баттиана мини-сериал, экранизация этого романа. Роль Анвар? Имя Розы. Имя Розы. Выступающих на районных или областных соревнованиях спортсменов, которых для достижения результатов приглашают из других областей, издавна называют таким цветочным прозвищем. Также этот термин хорошо знаком автомобилистам. Или криминалистам. Это подснежники. Футбольный клуб Эридиана, 27-кратный чемпион этой страны, имеет прозвище «El Team Florence», что по-испански значит «цветочная команда». Так, первый раунд у нас как-то так получилось самый сложный из предыдущих результатов в других играх. Остальные немножко попроще. Тут о каких-то околокомпьютерных делах, стул матричная тема. И одно имя на троих вам будут даны три персонажа или три каких-то человека, у которых одно имя, и надо его назвать. Юмористическая зарисовка Чехова о вытягивании непутевого ребенка в сказке. Анвар? Репка. Репка. Это понятие, как считается, получило свое название из-за того, что в дореволюционной России шуточные театральные представления для... Андрей? Капустник. Да. В советское время про него шутили и выпивка, и закуска в одном флаконе. Анвар? Господи. Скажу, Пастернак, но это неправильно. Нет. Был такой лосьон огуречный. Мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот супер овощ манго. И за зеленым солнцем, как орангутаны, по крышам дворники бегут. Пела в свое время. Руслан. Несчастный случай. Да, группа «Несчастный случай». Название этого овоща можно дословно перевести с немецкого как капуста репа. Андрей. Сейчас. Блин. Брокколи. Нет, да, не брокколи. Я что знаю, но... Анвар? Это кальраби. Кальраби, да. Так, коль капусту, раби репа. А меня только что блокировало или что? Потому что я нажал, потом мне пришлось ждать еще несколько секунд, чтобы нажать. Нет. Могут быть фальстарты? Нет, тут фальстартов нету у нас. Анвар? Я три раза нажал. Российский суперкомпьютер Кристофари создан компанией NVIDIA и Сбербанком России,
а назван в честь первого клиента, открывшего ее в 1842-м. Известный киноголубятник, будучи обвиненным в трате средств, предложил жене снять деньги с нее. Это всего-навсего сберкнижка. Будь суперкомпьютер Тяньхэ-2 создан в США, назвался бы так же, как и этот шоколадный батончик. Ведь с китайского, Андрей? Пускай Макс. Нет. С китайского Тяньхэ дословно переводится как «небесная». Анвар? Milky Way. Да, «небесная река». Опередив лидировавших доселе США и Китай, в 2020 году на первое место рейтинга вышел японский Фугаку с теоретической пиковой мощностью более 500 петафлопс. Фугаку – другое название ее, часть которой, как ни странно, находится в собственности синтоистского храма. Руслан? Фудзи. Да. Ливерморская национальная лаборатория находится в штате Калифорния, поэтому один из находящихся там суперкомпьютеров, бывший самым мощным на 2012 год, не могли не назвать в честь этого дерева. Андрей. Ну, вот даже не интересно, что там у тебя. Мафусовил. Увы, выделенного в отдельный род в середине 19 века. Секвойя? Да. Почти в два раза опережая ближайшего конкурента по производительности, этот суперкомпьютер без малого два года находился на вершине рейтинга, оправдывая свое название, которое мы привыкли слышать в контексте политических мероприятий. Саммит в переводе есть вершина. Он начинается на 300 тысяч и заканчивается номером 300 999. Сложная сотка получилась, как оказалось. Это индекс Тулы. Недавно на интернет-аукционе он продавался за 20 тысяч рублей. Балерина предстает в роли Джульетты. Руслан. Бюст Улановой? Да. Из-за превращенных в коротышек ослов Брыкуна, Пегасика и Калигулы он попал в больницу, где лечился у доктора Компрессика. Был Свистулькин, милиционер из Солнечного города, про Незнайку. Первый он гласит, что от всякой точки до всякой точки можно провести прямую. Андрей. От всякой точки, ну, первый постулат. Постулат Евклида. Постулат Евклида, это правильно. Просто постулат. Незачет. Именно в эту каменоломню в Древнем Риме помещали опасных или провинившихся рабов. Гасту. Золото является драгоценным металлом, а поскольку не подвержено окислению и коррозии, его еще относят и к таким металлам. Андрей. Благородным. Да. Виноградный штат, земля молока и меда. Андрей.
Калифорния. Да, и золотой штат, это все Калифорния. Голдстейт. Посылай мальчиков, предположительно, сказала главе Моссада Голда Мейер после событий, Анвар. Олимпиада в Мюнхене 1972 года. Надо что-то выбрать. 72 года. 72 года. Мюнхен, видимо. Да, город спрашивали. Поставить тетралогию целиком удалось лишь в 1876 году на Байротском. Руслан. Золото Рейна. Золото Рейна, да. Вагнеровская. Можно. Золотов пришел ко мне с слесарем, гайки крутил. Тогда он тянул на олигофрена. Сейчас уже на имбецила. Нелестно высказался о главе нацгвардии именно он. Коржаков был. Первый делал отличную оптику. Второй был героем мемов «Исходящих мертвецов». А до третьего мы никогда не... Назвать же имя, да? Ну, Карл. Имя. Карл. Это Карл, да, совершенно верно. Первый играл Бонда. Второй изображался на флаге. А третий в 82-м был подло подставлен. Андрей. Что такое? Так, кто ж подставлен? Ну, Роджер все равно. Да, кто подставил кролика Роджера. А, все понял. Первый познакомил читателей с несуществующими странами. Второй в 60-х выигрывал золотой мяч. Третий создал четвертый интернационал. Это все львы. Первый искал пропавшего отца и был спасен индейцем. Второй с легкостью. Андрей? Так, ну это должен быть Роберт. Это Роберт. Один был организатором эскадронов смерти. Второй 9 раз признавался лучшим футболистом своей страны. Третий доказал существование электромагнитных волн. Это все Генрихи. Отыграно у нас второй раунд. Так, в последней теме будет эквиритмика. Знаете, что это такое, или да, объясните? Знаю. Да, знаю. Все знают, да? Ну, тогда остальные темы пояснения не требуют. Анвар. Село Тереберка в Мурманской области получило общероссийскую известность после съемок там этого фильма. Андрей? 72 метра? Нет. Руслан? Левиафан. Левиафан, да. Единственный, кто золотой глобус постсоветских брал. Он был отменен реформой 1861 года. Работник Балда требовал его. Андрей? Оброк. Это оброк. Эта скандально известная уроженка Мурманска в 2009-м пыталась принять участие в выборах мэра куда более теплого Сочи. Однако построить политическую карьеру, как и любовь чуть ранее, ей не удалось. Руслан. Бузова. Нет, Бузова не с Мурманска. Это была Елена Беркова. Что-то не рискнул. Эстрадная певица, лауреат премии «Шансон года» Елена Хрулева взяла себе псевдоним в честь этой реки в Мурманской области. Также до 1951-го. Анвар. Может, Вая?
И город так назывался раньше. Это главная площадь Мурманска носит тоже только официальное название, что и легендарный перекресток в Санкт-Петербурге. Руслан. Пять углов? Да. С 1927 по 1938 год Мурманск являлся центром одноименного округа в составе этой области. А к Ленинградской он относился. Этот город в течение 470 лет выплачивал учебному заведению штраф за погромы в середине 14 века, в ходе которых погибло 63 студента. Анвар? Оксфорд. Михалковский дядя Степа относился к этой милицейской службе, появившейся, Андрей? Постовой. Да. Эти ракетоносители выводили на орбиту орбитальные станции «Салют», «Алмаз» и модули станции «Мир» и МКС. Именно таким сленговым неодобрительным словом называют людей, поддерживающих прошлого президента Украины. Андрей. Порохобот. Это порохобот, да. Так, двойная. На замысел книги «Моему узорный покров» автора натолкнули строки из пятой песни этого произведения, описывающие потусторонний мир. Андрей. Божественная комедия. Этот краснодеревщик часто упоминается. Чип энд Дейл. Да. Прототипом главного героя романа «Луна и грош» стал этот. Гоген. Да. Моем говорил, что перед тем, как писать новый роман, перечитывает «Кандид» этого автора. Нам же больше. Так, «Кандид» Рабле? Не Рабле. Нам же более знакомо. Вольтер. Это Вольтер. Господи. Будучи сыном служащего посольства, Сомерсет до 10 лет говорил только на этом языке. Анвар. Скажу французский. Да. Вы что, на английском включаете, да. Часто над его названием не заморачиваются. Хотя, к примеру, в «Друзьях» он также известен как... Центральный парк? Нет. Как тот, где Моника берет новую соседку. В «Черном зеркале»? Пилотный эпизод. Это пилотный эпизод. Ею можно назвать почти все шахматные фигуры. В 1791 во Франции для нее была создана Конституционная гвардия, просуществовавшая лишь несколько месяцев. Что-то... А, охрана короля. Короля понял, да. Защита тоже была бы в зачет. Польский афорист задается вопросом, удержалось бы в стаде стадное чувство, если бы не было ее. А в английском аналоге более известной нам пословицы вместо нее упоминается облезлая кобыла.
паршивая овца? Да. Они – это название сингла российской группы «Дайте два», выпущенного в 2014 году, когда, можно сказать, был максимальный рост их числа. В другом их названии упоминается определенная комната и звание, а настоящими ими, шутя, называют клопов. Это одно из названий славянского обряда проводов весны, также именующегося вождением русалки. На набережной Дона в Ростове есть скульптура с таким названием, изображающая человека и животное. А в названии известной картины художника из Саратовской губернии было на одно слово больше. Купание коня. Да. X5 Retail Group владеет этой сетью магазинов. Пятерочка. Да. Морис Ришар и Марио Лемье в разные годы делали его. Ну, забивали 5 голов. Его? Надо его покер, назвать. Покер, покер. Нет. Да, ёптвою мать. Ну, видимо, пентатрик. Да, покер это 4. Ага. Пентатрик это 5. После событий 1666 года, уже пятый по счету, он был воздвигнут Кристофером. Анвар. Собор Святого Павла. Да. В большинстве романских языков название «Пятницы» связано с этой героиней картины Верон. Анвар? Фрейя? Нет, неправильный, но хотя популярный ответ. Веронеза и Джорджоне. Господи. Это Венера, да. Венеди, да, потому что французский. Александр Городницкий, уроженец Ленинграда, когда-то перебрался в Москву, а в одной из своих песен он не мог удержать в пятерне пятерку ленинградских их. Переезд небольшим подсказом был. Пятерку вот. Вокзалов. Так, спасибо большое. Поздравляю спасибо. Андрея с победой. Руслан и Анвар поделили второе место. Спасибо за участие. Это была последняя игра турнира. Приходите к нам еще. Будем спасибо рады. Спасибо вам. Интересно. Всем пока. До свидания. Пока.